Всем привет! С вами Вера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Спасибо! Нас уже 80 тысяч. Я безумно рада. Именно поэтому в сегодняшнем видео я буду рисовать вас. Напомню, что теперь это постоянная рубрика. Свои фото можно разместить в Инстаграме с хэштегом artlovernarisuй и подписаться на мой Инстаграм. Я буду регулярно выбирать одного подписчика и рисовать. Шанс есть у всех, даже у тех, кто уже выложил свои фото, но не попал в это видео. В этот раз я выбрала фото девочки Валерии. Мне понравилась романтичная прическа и да и вообще весь такой классический образ. И самое главное, лицо на фото достаточно четкое и не обрезано. Я не хочу рисовать классические портреты, они безусловно прекрасные и заслуживают внимания, но мне кажется интереснее поискать какой-нибудь стиль, поэкспериментировать, что-то добавить, да и вам будет интереснее за этим наблюдать. Я в поиске и даже уверена, что следующий портрет будет немного другим, чем этот или предыдущий. Кстати, прошлое видео будет в описании к этому ролику. И я рада экспериментировать и рисовать с вами. Рисую я на обрезке специальной бумаги для маркеров из моих блокнотов, которые я делаю вручную. Ссылка на них тоже будет в описании. Пишите в комментариях, какими маркерами и карандашами вы рисуете. Расскажите о них. Что такого уникального в марке, который вы используете? Если я найду такие, которые я не пробовала, то пролайкаю вас. И возможно, если ваш комментарий меня чем-то зацепит, я сделаю обзор. Кстати, ровно неделю назад стартовал челлендж «Арт за рубль». Смысл его в том, чтобы рисовать подручными материалами или материалами, которые имеют копеечную стоимость. Ссылка на это видео будет в описании. Вы сможете посмотреть, что получилось у меня. Мой рисунок действительно стоил 1 рубль. Участвуйте и попадайте в мои сторис в Инстаграме. Мне кажется, что это полезный челлендж для тех, кто думает о том, что чтобы быть художником, надо много денег. Это не так. Так вот, в том самом ролике я сказала, что рано или поздно наступит момент, когда захочется более дорогого материала для рисования. Но у всех, наверное, возник вопрос, когда же наступает этот момент? В общем, я завтра расскажу о том, когда именно он наступает, когда действительно нужно переходить на дорогой материал, и расскажу о лучшем граффити в мире. Если вы догадались, что это будет за материал, то пишите в комментариях, я пролайкаю правильный ответ. Ну и, конечно же, встретимся завтра. Вот и результат. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я вас очень люблю, целую, обнимаю. Ваша Вера. Всем пока!